Доброе утро, дорогие телезрители! С вами фитнес-клуб Gym Style и я, Мельниченко Андрей. Сегодня я расскажу вам о нескольких упражнениях для коррекции осанки в домашних условиях. Первое упражнение является базовым в любых реабилитационных программах, в любых реабилитационных центрах для коррекции осанки для начинающих. Для того, чтобы приступить к выполнению упражнения, вам необходимо встать ровненько возле стеночки, чтобы ваши пяточки были прижаты к стене, таз прижат к стеночке, лопаточки максимально свели, затылочек также прижат к стеночке. Ручки слегка разводим в стороны. Делаем небольшой шаг вперед. Таз, лопатки и затылочек остаются прижаты к стеночке. В данном положении вам необходимо зафиксироваться на 2 минуты. Потом, по истечению 2 минут, вам необходимо сделать перерыв. Также минутку-две. Сделайте таких 2-3 повторения. Второе упражнение пришло к нам с восточной медицины. Для этого вам необходимо взять полотенечко, скрутить его в неплотный валик. Ложим полотенечко на пол, присаживаемся перед полотенечком, аккуратненько ложимся на спинку так, чтобы полотенце оказалось под поясничным отделом. Ножки косолапим, большие пальчики должны коснуться. Ручки выпрямляем за головой и формируем пальчиками треугольник. В данном положении необходимо лежать минуту, после чего аккуратненько встаем и отдыхаем 2 минуты. При первом повторении данного упражнения вы будете ощущать небольшой дискомфорт. Дискомфорт будет из-за того, что позвоночки будут становиться в свое естественное физиологическое положение. На втором-третьем подходе этого дискомфорта уже не будет. Для начала делайте 2-3 повторения по 1 минуте. Третье упражнение необходимо для максимального распрямления плечей. Для этого вам необходимо лечь на живот. Ручки выводим перед собой, в локтях не сгибаем. Ноги прижаты к земле. Делаем вдох и на выдохе производим подъем корпуса. Фиксация на 10-15 секунд и опускаем корпус. Кому тяжело фиксировать корпус на 10-15 секунд, рекомендовано делать за один подход 5-6 маленьких повторений. Выполняем упражнение медленно, не спеша. Сегодня мы изучили комплекс упражнений на коррекцию и восстановление осанки в домашних условиях. С вами были Мельниченко Андрей и моя прекрасная помощница, наш тренер тренажерного зала Виталина Андросова. Ждем вас в Gym Style. До новых встреч!